Казахстан направил Украине груз гуманитарной помощи. Это более 28 тонн лекарственных препаратов. Среди них антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты. Всего 17 наименований. Казахстан оказывает помощь в ответ на официальное обращение со стороны Украины. Лекарства в приграничный польский город готовится доставить самолет Boeing 767 авиакомпании Air Astana. Он вылетел сегодня в 8 утра из Алматинского международного аэропорта. На обратном пути этот борт выполнит репатриационный рейс с казахстанцами. Вторую партию гуманитарного груза готовится отправить завтра. Лекарства направлены в охваченную военным конфликтом страну в соответствии с решением комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи, а также по поручению президента Казахстана. Для безопасной доставки грузов на территорию Украины правительство нашей страны договорилось с соседними государствами, где развернуты хабы получения и распределения международной гуманитарной помощи.